Хотя мы видим, сегодня будем раскрывать эту кроватку, яйца и куколок. Сегодня мы начнем первый с куколок. Вот подсказка. Такая подсказка у меня не была. Видите? Куколка, камера и лампочка. Сейчас посмотрим, что в другом слое. Его надо все снять. Так, вот все. Пусть зло снимается. Все. Вот такой носок с сердечками и звездочка на лбу. Здесь наклеечки и член другого. Здесь бутылочки и здесь кусочек. У меня золотой шар, начать не легко, у меня это гриппошелье. Вот у меня кичек. Все, что не надо, нам здесь оставляем. А это что нам здесь? Думаю, что это эта куколка будет. Здесь свой ботиночки, здесь диамант, а здесь вот такая куколка. Вот мы, смотрите, да, то что у нас, значит, не легко у нас. Какие там ботиночки будут? Сейчас мы посмотрим, какие там ботиночки. Немножко тяжелая. Я уже думаю, я уже знаю, кто это там. Вот это такие туфельки. Я думаю, что это балерина. Такая туфельки. Здесь немножко уже открылось. Здесь одежда. Все немножко. Сейчас открываем и посмотрим. Я угадала. Вот такое платьице. Че? Какое платьице у нас попалось? Сейчас. Короче, последний. Вот. Белое украшение. Вот оно. Теперь я вам покажу, кого я думаю, что попадется нам. Я думаю, что у нас эта куколка. Видите, у нас такое за платьице. И такие за туфельки. Сейчас открываем маленький сюрприз. Да, я угадала. Что это? Такая за корона. Теперь видим нашу маленькую куколку. Все, конечно. Открывается. Вот тяжелый пакетик.
Сами... Ну зачем? Это желтые волосы. Сейчас посмотрим. Ну что, меняет цвет? Не должна меняться на цвет. Вот куколка. Но я не понимаю, зачем у нее оранжево-желтый волос. А видите, она должна иметь розовые волосы. А у нее выглядит что-то не так по-своему. Но я не знаю, зачем так. Вот они, ботиночек. Немножко одеваться. Вот такая у нас миленькая куколка. Здесь мы откроем для ее вот ее бутылочка. И сейчас для нее мы откроем ее спальню. И может спать на сайт. Если здесь типа она ест. Вот. Видите? Вот. Где вы ее купили? В Икее. Вот, мы сейчас открываем. Какое-то немножко сложно открывается. Вот, я поняла. Вот здесь скотч. Ну ничего, мы тебя отползем. Надо долго открывать. Ой, не хочет открываться. Все, мне так долго будет открывать. Хочет открываться. Здесь тоже скотч. Я забыла, здесь надо. Так это будет у меня надолго. Хух, наконец-то ее достала. Ух, у меня здесь идет. Только здесь. Вот здесь заклеено. Невозможно вытащить. Вот наша самая. Ой, все уже вытащилось. Ой, открывается. Как у нас? Видите, она открывается. Здесь можно туфельки откладывать. А здесь она вещи. И начнем сразу с кровати. Вообще здесь картон. Я поставила с телефоном. Та-дам, та-дам. Вообще ничего приклеено. У нас нет ножниц, зато вот это кровать. А кровать из такого же материала, что это. И все, она магическая. Та-дам. Вот, но только за это столько было. А вот так уже нормальный. А дальше идет у нас ковер. Вот, для ее стариков. Хорошо. Сейчас подходим уже за этим. Ой, здесь кто-то у нас выпало.
Вот. Еще начало выпадать. Котики клеишься кухни. Фух, мне наконец достали. Вот такой есть для настоящих людей. Для кукол. Видите, такой столик. Ну, для кукол он походит. Для кукол. Сейчас ночью при стульчик. Такой стульчик. У нас. Давайте посмотрим, да, кока-колу здесь может чище. Назад. Все ботиночки поставим здесь. Ой, я не заметила, здесь есть, да, завесочка. Ух ты. Да-да. Это и мясо. Покажи, что там еще есть. Вешалки есть. Да, там есть вешалка, да, я не заметила. На картон. Картонка не нужна. Но, а на упаковке вот картонка нам нужна. Видите здесь какие рисуночки? Здесь надо это снять с картона. Вот так снимается это. Это можно выглядеть тоже классить, а потом делать на домике. И как это, например, радужный кровать, радужное все. А как все можно даже классить. Первое это куча коробок. Не сильно что. Сутка. Потом посмотрим. А следующий у нас. А следующий у нас будет кубики. Все. Ой. А, это надо так. Я сейчас поняла. Что с этим? Зачем это здесь дырка? Не думаю, что я поломала это. Я сейчас поняла, зачем здесь два кубика. Давай их куча кубиков. Сейчас я вам покажу. Зачем? Вот. Здесь тоже такое. Тоже видно. Хоп. Ставлю кубики в кубики. Что тяжело? Покажи свой палец. Долго это. Вот зачем это? Ну только я плохо не получилось. Чего? Картонки. А здесь весоки там еще. Но это уже надолго будет. Знаю, как это все достать. Вот, слинка и здесь еще. Это мы полем. Сделаем другой раз. И зато всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.